Это небольшая рыбка, примерно 8-10 сантиметров в длину, подрощенные мальки толстолобика, быстрые и стремительные. Через пару мгновений состоится выпуск молоди в Волгоградское водохранилище. Перед этим комиссией определена средняя штучная навеска и произведен подсчет молоди, после чего их выпускают в свободное плавание по специальному желобу. Место выпуска было выбрано оптимальное, здесь нет быстрого течения и большой глубины. В данный момент сейчас будем выпускать навеску молоди 25 грамм толстолобика в залив. Это будет происходить компенсационное мероприятие. Наша природа, она требует, чтобы водные биологические ресурсы пополнялись, ну, помогали мы ей. Мероприятие по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и сохранению биологического разнообразия проходит параллельно со строительством и реконструкцией производственных объектов нефтетранспортной отрасли, которые курирует ООО «Транснефть ТСД». В этом году в водоемы страны обществом было выпущено более 695 тысяч штук молоди, осетра, стерляди, толстолобика, сазана, сама. В Самаре, Саратове, Брянске, Владимире и в ряде других городов нашей страны мероприятие по искусственному воспроизводству водных биоресурсов проводят обществом уже шестой год. Сабина Саблина, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».